Бля, вот спасибо. Какая игра интересная, пиздец. Ну, еще музыку Боб Марли. Так а нахуй мы играем в сам, ребята, блядь. Посмотрите, господи, блядь, какая как же весело, бля. Блин, куда мы едем? Может, становишься, мы что-нибудь полутаем, я с кулаками просто бегаю с пор. Так, я понял. Ты лутаешь. Ты дурак? Ну, Ванёк, то что даун, блядь, вонючий. Ну, останови, блядь, машину, говорю. Я вообще в это... Блять, короче, все, я с Ваньком, блядь, не куда не тусуюсь больше. Я с Валиком тупо лечу, блядь, Лос Баранкас. Куда он? Вот ты. Он меня задавил, Валик, понимаешь? Зачем ты его задавил, Ванёк, ты идиот? Валик, заходите в кастом, поеду. Ой, а Валиком все, походу, пиздец. Нет, меня не все, я выхожу тоже, типа. Не, ну. А, ты вышел просто? Ну. Заходите в кастомку, Валик. Какая кастомка? Нахуй она не надо? Не умеем. Что там умеет то же самое делать все? Егорич! Только вот оружие... Скажи... Оружие только будет дробовики и винчестеры. А? Да не, мы хотим нормально хоть один раз сыграть, из-за Ванька не получается. Натуре, какие дробовики, блядь, ребята, давайте просто играть. Зачем ты выпрыгнул, скажи? Смотрите, давайте играть, только вы можете играть, мы, блядь, не можем с вами играть. Не, вы можете, вас уже двое. Ребят. А, они вы меня кикнуть типа хотите? А, в натуре, ребят, вас же двое. Ну. И чё? А, Ванёк меня задавил только что просто как бы. Ты с машины выпрыгнул. Ванёк, потому что я говорю, блядь, останови, нахуй. Так мы в центре были, я в центр приехал, чтобы ты залутался с левой стороны, я справа лутался. Ребят, рассказываю, Ванёк летит 140, блядь. Рика, вы идёте играть с тобой? Да не, мы... Тю, блядь. Пригласи меня, все, я больше не совершу ошибок. Всё, идём, короче, вдвоём, Егор. Объясняю нам. Егорь, слышь, пригласи меня, блядь, я обижу сейчас. Ванёк, а я на тебя уже обиделся, Ванёк. Я просто объясняю, как было. Ванёк летит где-то 265 Давидыч. Просто по Лас-Баранкасу какому-то. Вокруг дома все с лутом, никому нахуй этот Лас-Баранкас не нужен. Я говорю, Ванёк, останови машину. Ванёк летит уже, блядь, 440 где-то примерно. Я говорю, Ванёк, останови. Я думаю, ладно, может, я выпрыгну, может, ничего не случится. Я выпрыгиваю, после этого Ванёк такой, ебанутый, я остановиться хотел. Нормально, Ванёк, все с тобой? А потом он газует назад, чтобы полечить меня, и задавил. Я просто понимаю, Иванёк это тот человек, который говорил, ребят, а за что вы хейтите? Я опять КММР в доме, как бы, я нормально играю. Иванёк, ты косячный, вот ты какой-то непутёвый, честное слово. Егор. Иванёк, а всё нормально? Чего ты в Steam пишешь? Я как бы, ну, я... Потому что я не могу сказать ничего. У тебя, типа, бля, всё, по системе? Ты забыл, как разговаривать? Егор! Вы чё, вы в натуре вдвоём начали кинули меня? Ванёк, а помнишь, когда я из машины кинул, блядь, задавил? Почему, Ванёк, где?